Доброго утра всем. У нас почти 8, без 15. Пошли быстрее собираться, Антоха, чтобы ты не опоздал на автобус. А потому мама... что Даша вчера опоздала на автобус, и я ее довозила. Нет. Вот. И сейчас посмотрим, что такое 5 градусов. Ночью было 5 градусов. Представляете, как холодно. Твоя любимая одевание. Сегодня хоть физкультура, форму брать не нужно, сказать. Ну да, хорошо это. Ты почувствовал? Так, ну застегнись. Да нет, мне надо руки спрятать. Да? Ну в карманы в брюки тогда спрячь. А там тепло. Где, в карманах? Да. Да сейчас на солнышке будет тепло. Сегодня вообще теплый день, это вот две такие ночи будут прохладные. Дешка сказал, сегодня прохладная ночь и завтра. А потом опять плюс 16. И сегодня, когда мы будем... Так, с тобой пройтись или ты сам? А? Пройтись с тобой. Антоха говорит, я по тени уже в институт хожу. Да, в институт выше меня. Идем, идем. Здесь тени нет, а? Надо было еще колготочки одеть. А сейчас на солнышко ты встанешь, будет вообще теплышко. Сегодня будет жарко. Я сейчас на обед делаю уточку, она еще... К сожалению, не совсем разморозилась, то есть внутри там еще она не размерзлась, почему-то, не знаю, за ночь. Но я ее уже посолила, намазала чесноком, майонезом, поперчила. И сейчас все это заверну в бумагу для выпечки. Вот такой вот пергамент, в Магнит Косметики его покупала, качество отвратное для выпечки чего-то такого, которая, ну, чего-то такого сладенького, потому что все прилипнет к вот этой бумаге, но вот утку завернуть еще в нее можно. Мы обедаем. У нас сегодня на обед рис с соевым соусом, компот кизиловый, салатик с соевым соусом тоже, сырники, которые были на завтрак, они, правда, не особо удались, а вот мясо. И вот еще уточка. Антошенька, поставь это папе что? Уточку. Это пахлава и сырное печенье. Уточку. Это тук? Да. Ну, как тук такое сырное. Антош, поставь вот эту папе тарелку, ладно? У нас сейчас новая игра. Антоха меня переводит через дорогу, да? Да. Так, а чешки где? Чешки там. Угу. Мама, давай мы купим новые чешки. Да поедем, Афоне... покупать штаны и тебе новые чешки. А Антоха смотрит свой этот... линейку. 1 сентября уже нам отдали диск. Вот такой вот красивый. Вот такой вот первый В. Это наш первый В-класс. Да. А это кто? Антон Довгаль, да. Нас оживил. Так, в общем, что я хотела сказать. Уже скинула, память была полная на телефоне. Что мы все дома, все оделись, утеплились, потому что у нас прохладно. Поближе. Ты поближе? Да. Куда поближе? К воротам поближе? Ах ты хитрюшка! Что ты делаешь? Когда я вот так делаю. Афоня, ты такой смешной, когда ты так делаешь. А тебе самому не смешно? На, еще раз удачи. Песенку распой, которую в садике учили. Петушок, петушок. Петушок, петушок. Петушок, паука. Да. Антоша, а тебе в шортах не холодно? Гриша, а тебе? Нет, мне
Гриша, это ужас. Да ты мне говоришь, мама, мама, пощекоти меня, да? Пощекоти. И тут мне надо пощекотить. Что за мальчишка такой? Красивый, а? Ты что такой сегодня веселый? Расскажи, откуда у тебя фонарик? Долился? Да. Все, мы же... Афоня, включай свет. Покупались, хочется уже отдыхать. Я себе какой-то день сурка, когда ничего не хочется. Это папина медаля. Папина медаля? Да. Я хочу с ней там повесить сюда. Зачем? Нужно. Кому это нужно? Мне. А, да? Я хочу достать. Ну, достань. Так, вот как я понимаю, что наступила зима, рано стемнело, и мы теперь сижу не смотрим кино, вот это вот мы сейчас включили. Ага. Как она называется? «Мужчины против женщин», да? Два, вторая часть. Сейчас еще буду греться, потому что я ужасно замерзла, потому что, оказывается, у нас было открыто. Скажи, окно. Бухать буду. Нет, я сейчас буду пробовать. Помните, я делала малиновую настойку? Сижу, не мне вот сейчас вот нацедил, просто, да ты мне такой этот... ну, как этот называть, размер. Женский алкоголизм неизлечим. Да, поэтому я не буду вам это все показывать.